Галина Кудренко свой стаж операционной медицинской сестры отсчитывает с 2004 года. Сейчас мы в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения городского сосудистого центра. Галина рассказывает, это операционное, что касается оборудования, просто на уровне космоса. В день бывает от 5 и больше операций, а еще ночные дежурства. Пациенты с острыми инфарктами тоже поступают сюда. Операционную медицинскую сестру иногда называют вторыми руками хирурга. Она умеет предугадать, что будет нужно в следующий момент. Да там даже, по-моему, мысленно я уже понимаешь. Уже как бы ход операции знаешь наперед и знаешь, что хирургу тому или другому подать в тот или иной момент. И поэтому у нас никогда с хирургами, ну, у меня во всяком случае, не возникало никаких спорных моментов. И самое главное, что всегда операционная сестра, видно, в силу своей особенности работы, она, как правило, они всегда очень душевные и очень хорошо чувствуют, когда надо поддержать, когда надо пошутить. Вот, и создать комфортную обстановку, атмосферу в операционной. Потому что без этого, конечно, нашей профессии тяжело. Наталья Гулина мечтала стать врачом, но не получилось. Окончила в Шахтах медицинский колледж. 10 лет работала операционной сестрой в этом городе. И вот уже 7 лет здесь, в ростовской БСМП. Очень часто запоминаются аварии дорожные, когда страдают молодые люди, страдают дети. Но детей там практически редко привозят. В основном тех, кто уже более по нашему контингенту возрастному. Вот они запоминаются. Операционные сестры – это особая каста. Если в общем случае медсестра – это квалифицированный помощник доктора, то сестра операционная помогает врачу в самый ответственный момент – во время хирургического вмешательства. И уровень знаний и квалификации ее должен быть очень высоким. Это ответственнейшие люди, которые именно по призванию работают операционными сестрами. Можно быть очень хорошей просто медицинской сестрой, но не каждая медицинская сестра может работать операционно. Порой операционная сестра стоит по 8-10 часов в операционной, находясь в гуще оперативного вмешательства. Как говорится, врач только собрался подумать, а инструмент должен быть у меня в руке. Я люблю свою работу и горжусь, что есть такая профессия, как операционно-медицинская сестра. Галина Белоусова, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.